Под конец мы приближаемся к финалу. Задаю всегда вопросы относительно вот украшения. Этот амулет, он какой-то знаковый или вот? Нет, это просто не нравится. Я видно, в молодости все-таки нам, пионерам, а потом комсомольцам запрещалось что-либо носить. А-а-а. И вот теперь я восполняю вот эти вот пропущенные годы. Это, а не... да. Это вот, это испанское. Это испанское рукотворчество, это рукодельное, делает замечательный художник в городе Сиджес. Угу. Это с острова Пасхи. Это тут все картинки, которые присущи культуре оронга. Это поклонение птице человеку. Они никакого мистического смысла не имеют? Это для меня украшение. Они не имеют никакого мистического смысла, только они имеют для меня вот такой, как вот, ну, скажем так, арт-объекты. Да, странно при этом, потому что у вас, вот как в персонаже, есть при этом что-то мистическое. Я пытался как-то это подверстать одно к другому, у меня не получилось. Но огромное спасибо вам за беседу. Вам. У нас ведь известно, что у коты животные мистические, поэтому это я да. думаю, что есть какой-то высший смысл в том, что мы сегодня побеседовали втроем вместе с Фиником. Надеемся, что у него все будет хорошо. Он красивый. У вас... Да, он красивый, и вы тоже красивый, и у вас тоже будет все хорошо. Спасибо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.